В Алуште жители возмущены, что набережную города превращают в рынок. В последние дни на площади у моря появились торговые палатки и вывеска «Городская ярмарка. Товары и услуги». Жители выяснили, что торговать в Крым приехали предприниматели из Беларуси и России. Раньше была пустая площадь, вообще красиво. Раньше, до фонтана даже. Раньше было, здесь были розы выше пояса, и были небольшие часы. Все знали, видели время, аромат этих роз. А что зацементировали, закатали в асфальт? Ни деревьев, ни цветов, ничего нет. Плюс по всему городу убрали парки, никаких ни зеленых насаждений. Одни строения и одна торговля. Я не знаю, чьи это, добрый день. Я не знаю, чьи, но у них приехал микроавтобус, на котором сзади было написано: «Нас не волнует закон, мы 68-го региона». 68-й регион мы посмотрели, это Томская область. Это Тамбовская область. Тамбовская. А, то есть вам можно на набережной? А вам можно вот это, ну, все устраивать? Это срач бы убрали бы свой. Срать бы в своем городе бы убрали. Везде, кругом, грязь. Уберите в своем городе. Начните со своих домов. Не зайти к вам во дворы. Это приехайте к нам в Белоруссию и посмотрите, какая у нас чистота. У вас тут свиньи. Извините.